Какую книгу последнюю прочитала? Блин, так обидно, что этот браслет, короче, пришлось разрезать, как память. А, так, спасибо большое за... Какую последнюю книгу я прочитала? Какая последняя книга? А, 11 минут Паула Коэли. 11 минут, 11 минут. Спасибо большое. Блин, у меня горло, голос, походу, опять хрипнет. Хрипнет голос, горло. А, когда встретимся, нам 11 минут хватит, чтобы влюбиться. Не, не хватит. Колян, привет, привет. Не, мне уже все, я уже не хочу. Я не хочу ни в кого влюбляться, не хочу. Ну, типа, хочу сердцем, а головой не хочу. Не надо, это лишнее. В наше время это лишнее. Не хочу. Тюм-тюм-тюм. Тём Джон, кто такой? Я не знаю, кто это под конец. Не знаю, что случилось. Привет, привет, Прибалт. Не знаешь, что не знаю. Что? Я ничего не понимаю. Сардочилик, легенда. Что это за легенда? Опять дождь пошел, я хотела прогуляться. Любовь, это хорошо или плохо, ты же по-настоящему не любила. Не знаю. Нет, я... В смысле, ну я любила, ну типа, нет, по-настоящему были чувства, были, но... настоящие чувства точно были. Я точно была влюблена, это вот 100%. То есть не совсем это было так как-то, типа, совсем все плохо, просто в итоге эта любовь, она, короче, оказалась очень такой... Заболела, можно так сказать. Она была вначале здоровая, а потом она заболела. Поэтому настоящая любовь никогда не умирает. Честно? Я всегда так говорила. Ой, я всегда вот эти фразы кидала, что типа любовь на всю жизнь, там вот это вот все, и я верила в это. Я искренне верила. Сейчас, ну, честно, вот правда, если быть честной, то... Я не знаю, не могу сказать. Типа, у меня не было любви такой сильной, поэтому сложно верить в то, чего ты не ощущал. Но, в принципе, если ты не будешь в это верить, то это никогда не ощутится. Короче, хз. А ты должна шанс тоже... Ты должна сейчас тоже так думать. Как так? Как так я должна быть? Я никому ничего не должна. Думайте, как хотите, живите, как хотите. Я живу, как хочу я. Все у тебя еще впереди. Да, у меня все классно, реально. Я, ну, как это сказать? Ой, как сказать? Блин, не знаю. Не знаю. Я не знаю. Я знаю то, что я ничего не знаю. Винс Чемс Винащи. Вы думаете, что я знаю просто турецкий, английский, еще какой-то язык, но я здесь притворяюсь и говорю только на русском, да? Ну ладно. Guys, tap on the screen, ставьте лайки, пожалуйста. 48 лайков за сколько минут эфира? Вот я минут 10 сижу и 48 лайков. Ну что это такое? Ну, сейчас... Сейчас, что сейчас? У Владислав сейчас один, мне 28 и норм. Ну, главное, что вам норм. Это самое главное. Мне тоже в ноябре будет 28 лет. У меня, короче, есть у брата младшего друг. И мы с ним, ну, периодически общаемся. Ладно, хорошего дня тебе. Остальное, я тебе скажу, что ничего не понимаю.
Короче, когда любовь приходит, это невозможно не заметить, наверное. Сильные чувства у меня были один раз за всю жизнь. Один раз за 28 лет. Один раз сильные чувства. Ну, два, нет, школьная любовь еще. Школьная любовь взаимная. Я не говорю про какие-то симпатии. Два раза, вот прям, типа, прям души не чаял в человеке. Два раза, наверное, да. Прям так по-настоящему. Что я хотела сказать? Что, блин, сбили меня с какой-то очень важной мысли. Вот я хотела какую-то мысль сказать. Очередную, шедевральную. Ладно, чем. Что я хотела сказать? Я забыла, что я хотела сказать. О, Паш, по нам. Спасибо большое за петухов. Паша, ну? Паша, у меня нет монет. Я не смогу тебе закинуть петухов. 22 уровень, ничего себе. Что происходит? Что происходит, Паша? Теперь я содержанка. Нифига себе красотка тут у нас. Не, на самом деле я сегодня очень, очень такая заспанная, типа сонная, я легла спать. Я приехала с этого Браслова и такая думаю, короче, высплюсь, и завтра хороший у меня день будет. Я приехала, легла в 4. Проснулась я в часов 12, наверное. Я проснулась, у меня болел живот, я потом что-то поела. Сначала я не могла приготовить себе поесть. Я ходила по квартире, такая, думаю, надо что-то приготовить себе поесть. И просто ходила по квартире, потом поела. И смотрю видос, короче, прямой эфир какого-то чела. И я просто начала вырубаться. Вот просто у меня закрывались глаза. Я такая, думаю, посплю немного. В итоге я легла спать в 7, в 6, наверное, и проснулась в 9 часу. Я очень хотела кофе. Мне нужно было успеть собраться, чтобы сходить за кофе. Вот. И в итоге я до 5 часов просто скроллила ТикТок и не могла уснуть. Вот такая вот прекрасная история. Привет, малыш. Грасс. Грасс. Как говорится, Грасс? Это имя или ник? Давай увидимся. Я приехала в Беларусь в отпуск. А ты из РБ, я из Минска, Беларусь. Минск, Беларусь. Ребятки, вы что, до сих пор не в курсе? Все видосы из Беларуси, ну. Сегодня мыл волосы новым способом. Какая-то хуйта очередная просто. Вот честно, вот просто вот здесь пух, здесь кудрявые, здесь без объема, здесь пушатся. Что происходит? А, так, а родом откуда? Привет. Родом, я в смысле родилась в Борисове. Давай увидимся. Блядь. Давай увидимся, я приехала из Москвы. Ой, бля, не могу. Так я ж не против, я ж всегда за. Я ж на любые предложения ваши всегда говорю да, но, к сожалению, надо было в блокнот ожиданий записываться, наверное. Там, типа, все расписано. Кто еще откуда приехал? Очень рекомендую Bad Hit. Автопати, будешь в полном восторге. Да, очередь. Я же заходила, видела. Там просто этот, как его, типа, давай сегодня приезжай сюда, я приеду туда, давай увидимся, давай встретимся. Сейчас реально на разрыв, на расхват. Ну ладно, я за то, чтобы... Я не люблю навязываться, правда. Я... Всегда даю людям понять, что, типа, они мне интересны, типа, мне с ними классно, но я никогда не буду, типа, лезть. Если я вижу, что человек, типа, ну, так, то я такая, типа, окей, как бы, хорошо. А Bad Hit, все, я поняла. Bad Hit — это такие, типа, цветные баночки, типа, зелененькие, фиолетовенькие, ярко-розовенькие. Все, я поняла. А в Автопати будешь в полном восторге. Надо попробовать. Блин, я забуду, наверное. Спасибо большое за розы, Сэм, спасибо. Я не уезжал, Арчи. Арчи, я не уезжал для волос. Да, верно, розовое именно. Там есть какая-то паутинка, я знаю, есть какие-то муссы там разные, у них серия. Ну да, я знаю, что они очень хорошие. Отвечаю лучше, что я пробовала. Автопати, это как что? Это как спрей, это как пудра для корней, это как что? Боже, я просто не понимаю, я когда-нибудь буду выспавшейся. Привет, батлы не играешь? Играю, конечно же. Просто пока что не с кем играть. Все... Я давно не заходила, и у меня, короче, это... Андрюша, он только сидит, актер, актеришка.
только Андрюша, Андрюшечка. Вот я вчера вышла, вы думаете, я спать пошла? Я в 5 часов уснула. У меня уже вон синяки, потому что я ложусь в 5 утра. Артём, спасибо большое за мороженое. Йоу-йоу, Кирилл. Что, Кирилл, йоу-йоу? Это типа гель для волос.